Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня украшаем торт девушки на 27-летие. Небольшую часть крема окрашиваем в черный цвет. Наносим крем на бок торта. Слегка выравниваем. В конце видео скажу, как отреагировала именинница на этот торт. Сам торт Наполеон. В прослойке крем заварной масляный, грецкий орех и чернослив. Украшать будем белково-заварным кремом. Все ссылки на видеорецепты оставлю в описании под роликом. Дополнительно распылим воду из пульверизатора. Черный цвет не должен быть однородным. Окрасим крем в желтый и красный цвет. Сделаем возвышенность в центре торта. Герберы будем делать насадкой «Средняя улыбка». Дополнительно окрасим их красным сухим красителем-распылителем. Где покупаю красители, ссылку оставлю в комментариях. Сердцевину сделаем желтым кремом. Черным кремом мешком с тонким отверстием отсадим тычинки.
Сбоку торта также отсадим герберы. Внизу торта отсадим бусинки. В часть крема добавляем зеленый краситель. Насадкой «Малая открытая звезда» и мешком с тонким отверстием отсадим цветы, похожие на гипсофилу. Так как у меня нет насадки маленький листик, то я сделала ее сама. В мешке вырезала маленькую галочку. Листья сделаем двухцветные, белым и зеленым кремом. Отправляем пакет в мешок. Отсаживаем листья. Торт имениннице очень понравился, так как эскиз этого торта она прислала мне сама. Торт получился 3 килограмма 200 грамм. Белково-заварной крем готовила на 10 белков.
Осталась примерно 1/5 часть. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!